Один из возможных механизмов формирования новой украинской власти на Донбассе – это привлечение специалистов и чиновников, что уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях под контролем группировок ЛДНР. И команда Зеленского такой сценарий не исключает. Мне кажется, что и на той стороне сейчас во власти все равно есть профессиональные люди. Все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные, порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий, но по разным причинам остаются там. Я уверен, что многих мы с вами, Андрей, знаем. И я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти.